сегодня в детском саду «Ромашка» для воспитанников старшей группы прошла ролевая игра под названием «Я президент» в рамках информационной акции конкурса «Выборы. Спроси меня, я знаю». Данное мероприятие направлено на формирование у детей патриотического чувства путем создания игровой ситуации. В процессе игры ребята познакомились с историей избирательного права и процедурой выборов. Подробности в репортаже Екатерины Казанцевой. Где проходят эти выборы? Где же эти выборы президента? На избирательном участке. Ой, какие вы умные! Как здорово, ребят! Сегодня привычный кабинет для занятий на один день превратился в настоящий избирательный участок. Перед ребятами встала непростая задача. Им необходимо было помочь обитателям леса выбрать своего президента. А для этого в игровой форме пройти всю процедуру голосования. Как и принято по всем правилам, у каждого гражданина при себе был документ, удостоверяющий личность. Перед торжественным открытием избирательного процесса ребята внимательно прослушали гимн Российской Федерации и приступили к голосованию. Они узнают, как вообще проходят выборы, избирательное право, основы, как бы для них это то, что дано для них, и для них этого хватит. Там, что такое паспорт, что такое бюллетень, сам процесс голосования, что они еще. Они обязательно после этого мероприятия расскажут родителям, которые уже будут более информированы о том, что у нас скоро пройдут выборы. В голосовании приняли участие не только ребята-избиратели, но и сами кандидаты в президенты леса. Ведь право выбирать есть у всех без исключения. После того, как все участники выборов проголосовали, бюллетени были торжественно переданы для подсчета голосов. А что же такое выборы в понимании ребенка? Выборы нужны, чтобы выбирать президента. А зачем его выбирать? Чтобы не было беспорядка в городе или в странах. Им вообще нравится. Вообще в своей атмосфере они очень даже себя раскованно ведут и с удовольствием голосуют. Выбирают не только президента леса, президента группы, там, президента, допустим, там, этажа они могут провести. Как бы им это нравится, да. В рамках акции конкурса «Выборы. Спроси меня, я знаю», проводимой педагогами детского сада «Ромашка», организована выставка под названием «Диалог. Выборы начинаются с детства» для детей и их родителей, которая отражает отношения и знания воспитанников о выборах. Воспитание патриотических чувств, в любви к близким, к детскому саду, к родному дому, городу и стране – все это составляющие одного целого нравственного воспитания дошкольников. Екатерина Казанцева, Григорий Волков, программа «Время местное».